Ого! Да офигеть! Привет, дорогие друзья, с вами Димас, енот, Серега, пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Сегодня мы играем очень классную игрушку, называется «Кто твой папочка?». Серега будет за батю, а мы с енотом будем стараться классно поиграть за малышей и повеселиться. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем угорать. Так. Садись в свою машину, Дим. А где тут машина? У меня машина есть? Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Садись. Да. Ого, я быстрый. Май, я за тобой выехал. Ты где? А ты где? Серёжа, ты его сейчас убьёшь. Привет. Дима, давай. Я даже не ожидал, что в этой игре можно гонять так. О, енот, привет. Иди сюда, я был отсюда. Ай. Завались. Нет. Ты дурак, что ли? Ты промазал. А он может ко мне? Стой, Серега, только не дави, пожалуйста. Стой. Я енота хочу сдавить. Енот, садись ко мне в машинку. Стой, только не убивай. Все, поехали. Дурак, лох, конченый. Ну что, ребята, гоняем сегодня на машинке. А у тебя не лагает немножко камера? Немного, да. И у меня видно немножко текстурку головы. Это очень странно, наверное, криво сел, что ли? О, точно, грибоцы. Да, я не понял, идите огородка подбить, это шо? Ты здоровый, это поле чистое. Я сейчас вас тут там, на газу закусил. Ой, ты что, телевизор? А нет, ты еще, это мясо. Дим, пробил уже. Нажимай забить. Лох! Так, короче, что тут можно делать? А тут, кстати, трубы можно чинить. Ты что, конченый, Серега? Что? Ты нас сбил. Вот, смотри, тут можно под дом залезть. Ой, а как выходить с машинки? Пробел. Е, пробел. Дим, давай ко мне тут есть газировка. Да я не могу выйти. Р. Р выходить, оказывается. Так, Серега, что ты показываешь? В кухне. Иду. Сейчас. Тут мешается мне что-то. Вот. Перекрываем воду сначала. Так. Я так боком ползаю, прикольно. Меня дергает что-то. А что за минуту? Мы проиграем, что ли? Да, вот, 4 смотри. Минуты ж. Смотри. Открываю. Так. И вот. Сейчас смотри, что. Сейчас. Видишь, водичка такая? Да. Ну, смотри. А, ну сюда заливается. А, ты смотри. Ого! Да офигеть, да ладно, я офигевший. Неужели можно было вот так... А мы живые остались? Да. А как так-то? А я вырубил подачу воды. А вот снова включил. Сейчас снова поднимется. Ну, нормале. Ты знаешь, пока я это все говорил, я вас специально уговаривал посмотреть на это, и я выиграл. Ты конченый. Хорошо. Я на кухне, я запиваю химию. Так ты сейчас опять выиграешь за 5 секунд. А он меня опять скормил это говно. А-а-а. Кушай. Поешь лимончик. Ах ты жопа. Короче, для того, чтобы лечить, надо брать какой-то фрукт в руки, да? И типа фруктом да. Лечить. Он дает фрукт съесть. Да. Я знал. Дим, забирай фрукты и енот у меня давай. А я их съедаю. А зря ты съедаешь. Куда?
Енот, пока. Он жопа вылечил меня. Дима, я в блендер залез, я в кашу превращаюсь. Да блядь. Он выдернул с розетки, блин. Ну я в пюре превратился, Дим. О-о-о. Ты понимаешь, он уже все, он проиграл. Да? Я в пюре превратился, и теперь твоя очередь. Дима, листья хавай. Листья сзади тебя. Он ждет, пока я буду есть. Я неправильную тактику применю. Мне надо съесть все это, фрукты, чтобы не было чем лечить. Нет, ты не... Да. Не все влезет. А тут скорлупа... Слышь, ты, открывай холодильник, это мой холодильник. Скорлупа съезжай. Пакли. О, ты уже зеленый, Дима. Брегейшн. Давай, еще чуть-чуть. Вон листья жри. Ну где ты? Беги, Дима, беги. А, батька упал. Вон, цветы жри, Дим. Цветы. Да куда ты там под стол там? Иди сюда. Дима, беги, он сейчас тебя... Ой, все, нет. Он тебя тупо схватить не может, Дима. Ребята, вы затащили, офигеть. Раз готов, начинай веселиться. Ой, веселье подождите, началось. Подождите. Я что-то графика поставилась на фоне. Надо же духовку, да, включить. Серега, ты где? Горишь. Я поджег, короче, все. Давай, заходи внутрь. Давай, заходи. Дим, заходи внутрь. Не, давай ко мне в духовку, Дим. Да я горю. Я сейчас умру, я Серега. Сам посижу. Блин, я так быстро умер? Ты пожар начал. Ребята, короче, я сделал пожар. Круто! Ну, Серега, твоя морда красная. Вот это самое классное развитие сюжета, когда можно сделать пожар. Короче, можно и... Мы выиграли? Да, я сгорел тоже. Серега, хочешь матч-реванш? Блин, а если я пожар сделаю, как его потушить? Серег. У меня леденец, дети. Так, енота вижу. Псих. Ого, я прыгнул. Телефон. За диван упал. Смотри, телефон. Так, от третьего лица побегаю. Дим, смотри, телефон. А где ты? А, вижу. Ты съел телефон, что ли? Я съел телефон. Ты что, дурак, что ли? Оставь мне хоть какой-то телефон. А тут веб-камера вроде или что это? О. Эй, туда я ничего не... Чё со мной? Хавать надо быстрее. Я провалился под карту. Куда ты вот? Везу или где-то? Да я под карту провалился, тут есть ступенька к двери. Но дверь закрыта. А, в кладовке. Откройте! Ты можешь мне открыть енот? Она закрыта. Ее никак не открыть? Надо. Я слышу, как вы ходите. Вы прямо тут ходите возле меня, я не могу ничего сделать. Блин, ребята, Серега меня выкинул за карту. Что? Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще.